бегаешь, смотришь, давай. Блин, там зомби дофигища. На самом деле что-то из тумана вышло много. Так. Никаких спиногрызов. Блин, со всех сторон пошли, да? Держим круговую оборону. Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем жить и выживать в Project Zomboid. И по информации у нас 3309 зомбей убиты, 6 месяцев, 17 дней, 20 часов прожито, 85 килограмм, весим, не набираем, не худеем, играем из Билли Картера, дровосега, любимое оружие это пожарный топор. В общем, сейчас мы находимся далековато от нашей базы, сейчас 4 часа вечера, мы остановились на том, что мы приехали к этому городу, не помню, как он называется, честное слово. Напишите в комментарии, там писали по-разному вроде какие-то названия, по карте он как и Дикси числится по онлайн карте. В общем, здесь нам надо с вами сейчас плитку быстренько подобрать. Но здесь кто-то все-таки есть. Ну-ка, и не один. Или один. Сейчас мы прочекаем тут обстановочку. Здрасте. Так, это я пока прикрою. Если что, мы здесь... Так, это задний вход. Ну, здесь как вообще чисто, нет? В окно смотри. Ну, вроде никого не видно, но шторку я прикрою. Так, погоди. Закрыть шторку. Что у нас здесь? Ключ от дома. Толстовка. Так, начнем с коробок. О, здесь, кстати, тоже в подсобке плитка, то, что надо. Хорошо. Краска. Патроны обязательно, да, потому что потом с дробовика мы пойдем еще стрелять в Вестпойнт, дочищать, я думаю, там еще они еще доспавнились все, и поэтому придется немножко все это подчищать. Так, что у нас здесь имеется? Разбитое окно? Погоди, это трупешник, что ли, лежит? Да, трупешник. Здесь нормальная, кстати, кровать есть, можно будет хорошо отоспаться перед основным рейдом здесь, потому что за поворотом уже начинается, собственно говоря, сам город. Так, это испорченное, приготовленное. Вот, я же говорил, не будет никаких проблем у нас с консервами. Кстати, сахар тоже обязательно, да, потому что на консерванты уходит в основном только сахар, уксус в меньшей степени. Так, закрой штору. Пей. Хотя мы только что вышли из туалета. Так, что у нас здесь имеется-то? Спички, тряпка для посуды. Все самое такое, конечно, ненужное. Хорошо. Все, в принципе. Так, здесь книга. Тоже закрою штору. Мы, наверное, сейчас с вами начнем с плиточки. Закрой штору. Че? Хорошо, я понял. Ты не хочешь здесь закрываться, ладно. Так. Чипсы. Чипсы нам сейчас, к сожалению, есть не надо, потому что мы можем приобрести лишний вес, который вообще нам ни к чему на самом деле. Так, это я все отсюда вытащу. Канистра пустая, да? Баллон с пропаном. Блин, он сколько весит? Вес 8, а весил 20. Ладно, сейчас мы все это закинем в нашу автомобильку. Надо будет еще проверить колеса. Так, испорченное. Все испорченное по 26. Не очень-то тоже вместительные морозилки. Надо промышленные найти, как писали в комментариях. И поменять то, что у нас маленький морозильник жрет энергии практически так же, как и большой. Ну или одинаково, я не знаю. Я не считал, но писали в комментариях, что одно и то же как бы потребление электричества, а вместимость разная. Поэтому, скорее всего, придется махнуть все это дело. Так, канистру, да? Чипсы, да, это все на базу. Это все потом будем, когда набирать вес. Что у нас здесь вокруг? Должно быть все чисто. Так, те зомбаки, понятно. Мы туда еще подъедем. Там, кстати, очень похожие полы есть на эту плитку. Как раз вот можно будет хорошо комбинировать все это дело. Здесь мы с вами всех подчистили. Я надеюсь, никто нам не придет, не будет мешать. Давай. Газировка, канистра. Так, грибы остаются, баллон с пропаном. Так, перчатки, сахар. Надо возить с собой еще, наверное, пакетик или сумку, в которую будем складывать продукты, которые найдем. Но здесь продуктов будет много, потому что здесь, опять же, продуктовый магазинчик есть. Давай в перемоточке.
Мы пока на легком голоде походим, хотя можно, в принципе, питаться ягодами и не переживать, что ты разбуреешь. Вот, так, ломик. Назначить в обе руки. Все, пойдемте быстренько, сейчас я эту плиточку поснимаю, потому что нам очень она нужна. Итак, с добрым утром, как говорится, в общем-то я всю плитку, всю абсолютно, до которой смог дотянуться, собрал, там получилось 69 кусков, я думаю, нам это более чем будет достаточно. Так, давай завтракаем горошком, он не калорийный, так, банку скидываем, а монтировку перекладываем сюда, чтобы никаких перегрузов у нас не было. Отлично, бутылка у нас наполовину сейчас заправится, это все нормально, здесь у нас, а что здесь у нас так загружено чем-то, понятно, ягоды. Все от ягод зависит. Что у нас? 85 так и осталось. Ну ладно, неплохо. В общем, я думал, что здесь гораздо меньше плитки будет. Оказалось, на самом деле, нормально. Так, пей. Набрать воду. Умойся. Опять на улице гребаный туман. Так, умылся, хорошо. В общем, что хочу сказать. Соседнее здание все равно придется полутать, посмотреть там эту плиточку, хотя бы взять... Потому что в центре мы начали класть ее в шахматном порядке. И из-за этого... Так, давай, разбери радио. Отлично. И из-за этого как бы придется оттуда взять чуть-чуть, чтобы... Ну, как бы разбавить все это дело. Так что сейчас туда подъедем. Давай, даже без перемотки, наверное, здесь ехать-то чуть-чуть. Но туман вообще еще гуще, по-моему, чем когда мы ехали. Потому что тут просто молоко. Ну, просто молоко, я не вижу этих дорог. Так, зато я вижу зомби здесь. А чего у вас так много? А где дорога? Ага. Забавно. Нашумел, шикарно. Спокуха. Блин, они прям сюда, что ли, мигрируют как-то? Вот, нам надо где-то здесь было остановиться. Не видно, правда, нифига. Давай. Так, а за что уровень дали, я не понял. Пару рейнджеров. Так, ты иди сюда. Ты что стоишь, смотришь? Давай, давай, давай. Блин, там зомби дофигища. На самом деле, что-то из тумана вышло много. Так, 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 так. Никаких спиногрызов. Блин, со всех сторон пошли, да? Держим круговую оборону. Ты что смотришь здесь? Держим круговую, так сказать, оборону. Их всех грузовик в первую очередь интересует, потому что он шумел.
Потом они только меня замечают. Блин, из-за тумана я не вижу на самом деле. Вон там один ходит. Ну жесть, конечно, туманчик такой сделали. Как мне здесь сейчас работать или разбирать плитку, когда я вижу еще три головы? Три ежика в тумане еще идут. Подходим, подходим. Надеюсь, вас трое. Изи. У нас по навыкам топор. Блин, строительство почти вошло на 10 уровень. Кстати, топор у нас почти на 8 уровень вкачался. Ну как почти? Наполовину от 8. Поэтому я думаю, если мы еще хорошо пометимся в этом городе, у нас будет 8 уровень топора. Ну это будет вообще. Лесник просто будет дровосек всех выносить. Пойдем внутрь, посмотрим. Здесь хоть тумана нету. Так, сейчас прочекаем аккуратно все здесь. Здесь, конечно, газосваркой бы все поразбирать. Так, меня интересует сахар на самом деле. На кухнях сахар очень интересная вещь. Так, плиты, спички. Вот на этом все можно хорошо качнуть газосварку. Ой, на это время, конечно, занимает. Так, ты стучался куда? В туалет, хорошо. Здесь у нас что? Подсобочка. Монтировочка. Клей для дерева обязательно. Так, здесь у нас выходит тупик, и там выход на кухню. Хорош. Кстати, это получается, что у нас? Она весит двойку поменьше. Это как бы, не знаю, линолеум или паркет какой-то. Да, написано паркет клетчатый. В общем, будем складывать его в грузовик. Но сейчас вот еще вот этих вот мы подчистим. Блин, а там их дофигища. Дай-ка пробегусь. Давай. Сюда подходим. Получается, как утренний туман все равно присутствует. Подходи, подходи, давай. Все. Слушай, ну вроде я больше никого не вижу, только эти мухи жужжат. Ужасно просто. Фиг что разглядишь. Слушай, а если смотреть вот так вот, допустим, ты встал... А, ну все равно как бы туман там остается вне помещения. Так, эти там далеко. Кстати, вот этот магазин EP Tools тоже надо будет посмотреть, потому что там, скорее всего, сможем набрать себе то, что надо. Ну, топорики я имею в виду. Нам топорики всегда нужны. Ладно, давай собирать. Вот эти лапы я брать с собой не буду. А их, кстати, разобрать нельзя. Вот облом. Я думал, на них качнуться немножко. Ну давай. Нам здесь много этого не надо. Главное, чтобы спиногрызы всякие не пришли. Все, поехали, быстренько все это сделаем. Вроде я все пособирал, нам этого достаточно хватит. Блин, на самом деле
туман очень сильно меня напрягает, как в книге Стивена Кинга «Туман». Блин, вообще ничего не видно, просто молоко. Уже на самом деле он должен был рассеяться, потому что он с утра постелился, а сейчас у нас обед. Грубо говоря, так, где моя эта сигареточка? Пол первого сейчас у нас, и я не знаю, он обычно к 12 рассеивается, а сейчас нифига не рассеивается. Вот как так? Как это дело понимать все? Просто он как был сильный, так и остался. Пришла какая-то вот эта туманная погода, это вообще просто. Я нифига не вижу. Вот я вижу раз, два, три зомби там стоят. Сколько на самом деле их там, я не знаю. Причем, ну, фонарик в туман не помогает. Вот зомби нас увидели. Причем их там было, скорее всего, не три. Поболее было. Еще два, по-моему. Но они как-то тоже слеповаты в этот туман, хочу сказать. Но все равно. Можно не заметить одного грызуна и все. И пиши пропал. Он просто со спины зайдет. А нам вот сюда надо двигаться. Вот в этот магазинчик. Я, например, не вижу нифига. Он еще зарос полностью. Там внутри зомби стоят. Надо быть на чеку. Так, посмотрим, что здесь у вас есть вообще. Так, батарейки не надо. Уже стратегический запас собран. Клей вот обязательно. Молоток не нужен. Пила нормально. Топор в хорошем состоянии, естественно. Вот просто ради него я сюда, в принципе, и заходил. Так, лист металла. Давай это мы возьмем. У нас, по-моему, сильно багажник, прицеп сильно пострадал. Поэтому его бы, на самом деле, починить. Так, ножи брать уже не буду. Клей, да? И маленький лист металла. Я надеюсь, все-таки рассеется этот туман сейчас. Так, это все фигня, не надо. Вот, книжный, посмотрим, может, газосварка здесь лежит. А, конечно, конечно. Вместо книг здесь инструмент. Так, это что у нас? Полки в туалете, забавно. Так. Из бачка наберем. У нас сейчас повышенный расход идет питья, потому что у нас вспотело, жарко. 23 градуса, а мы паром постоянно махаем, поэтому... Поэтому все так произошло. Так, кирку обязательно взять. Я и буду продолжать лес вырубать. Мне кажется, мы скоро уже врубимся в этот... Рейл-ярд. Так, это да. Коробка болтов теперь тоже имеет место быть, потому что не только на ворота, но еще и можно чинить машины после обновления. Рыболовные снасти пойдут. Маленький лист металла пойдет. Хорошо. Пожарный топор в убитом состоянии. Давай мы его потом лучше подлатаем. Возьмем. Не лезет уже. Так. По-моему, туман там начинает рассеиваться, это хорошо. Угу. Так, ну это нам не надо. Стопы. Мусорный пакет, он всегда нужен. Вот самая нужная вещь, это мусорный пакет, он здесь вот был, да. Без него никуда. Самое главное, мусорный пакет. Так, пойдем. Фух, ну наконец-таки, блин. Жестко он зарос, конечно, просто в зеленое превратился. Здравствуйте, зомби, блин. Что вы здесь делаете? Вы нафиг
Так. Лист металла давай тоже сюда. Клей, кирка, пожарный топор сюда, коробка болтов сюда. Так, погоди, это целый пожарный топор, давай. Место еще нормально, блин, мы плиткой весь грузовик опять загрузили, вот это вот на самом деле забавно. Так, ешь ягоды. Вроде все. Хотя 24. Вот чего может быть 24 занято? Из-за ягод, наверное. Ну, скорее всего. Так, кстати, один момент хотел проверить. Багажник починить. Маленький лист металла. Мы, кстати, можем сейчас расширить нехило так себе это багажник. Листом металла можем, да. Подожди, газосварка не позволяет. И здесь газосварка не позволяет. Не можем. Все, забейте. На это забейте. Так, хорошо, давай-ка сюда. Мордачок. Взять половину. Так, а грибосы мы все положим сюда. Потому что слишком как-то жирно получается. На двадцатку забит. Патроны у нас тут лежат все, и все дела. Ну давай вот это еще сюда закинем. Чайный пакет. Так, кури сигаретку. Можно патроны убрать еще. Вот они сюда совсем не влезут все. Ну хотя бы частично. Нет? Магазины убирать не стоит, а вот так. Ну так уже более похоже на правду. Здесь у нас пожарный топор сломанный. Давай на сиденье. Это все излишество. Ага. Все, получается у нас все по плану, все хорошо. Давайте проедем теперь немножко к центру города. Там есть фермерский и оружейный магазин. Если будут зомби, естественно, отобьемся. Ничего страшного. Все, поехали. Сонливость опять пошла. Но мы же встали нормально и спали на хорошей кровати. Вот как так-то? Чайный пакет. Самое удивительное, что здесь зомбей нету. Обычно здесь просто кишит все просто. Просто кишит. Сейчас здесь нет никого. Я не знаю почему. Здесь как-то это слишком спокойно. Даже очень спокойно, я хочу сказать. Я рассчитывал то, что вот в этом месте будет зомбей. Ну, как в Малдро примерно. Нет, они, конечно, могли чуть смигрировать назад туда, там выстрел, крик был, но, блин. У этого магазина еще все стекла, все целое. Тоже подозрительно. Так, это, собственно говоря, фермерский. Обычно здесь просто замесы лютые идут. Курсы шитья, кстати, я возьму. Ну, раз нам так повезло, значит повезло. Собирательство том 5 тоже возьмем. Это хорошо. Вот там оружейка есть, вот она меня интересует. Собирательство 3 тоже возьмем. Так. Здесь обычно устраиваешь такой набег, что, ну, по-быстрому все хватаешь и убегаешь. Свитер с воротником пола нет. Спасибо, и так жарко. А вот картошка, всему голова, ее надо брать. Так,
Мы не худеем, не толстеем, хорошо. Чипсы, да? Бутылка с водой, да? Блин, консервы. Я еще хотел тут в этот зайти, в какого, блин, в пищевой магазин. Он, кстати, где-то напротив должен. Тут еще полицайка и медицинский магазинчик есть. В общем, зомби по-любому где-то здесь спрятались. Вот прям как пить дать. Я же говорил, с консервами проблем здесь не будет. Так. Жаль, нет ключа, а эта дверь как бы... Подожди, ее разобрать-то можно, чё? Это все. Вот и вся защита магазина. Патроны 38 спешл, только они интересуют. Ну, конечно же, придется брать и все остальные тоже, но я хочу 38 спешл найти. Так, дробовик я не буду брать, уже у нас там есть они, 9 миллиметров. Так, давай это тоже забирай. Как так вот по всей карте ездишь и нету нужных патронов? То, что я тогда потерял, это пипец был. Три коробки со своих любимых патронов. Плечевой патронтаж, а ну-ка, надень. Теперь мы вообще просто дровосеки Рэмбо. Хорошо. Так, вот это забрать. Вот она, коробка патронов 38 спешл, наконец-таки, блин. А так в целом все берем. Все пусто. Так, голову оленя я брать не буду. У нас уже на базе две их висит. Ну их нафиг, блин, таскать только. Соответственно, я думал, здесь как бы будет нам это все потяжелее и попечальнее. А тут все просто получилось. Так, здесь у нас что? Ничего интересного. Здесь у нас что? Стоять, краска белая. Ну, смысла от белой краски на самом деле нету. Этот мы читали уже книжку, нафиг. Так, вот это берем. Шитье второе возьмем. Я не помню, просто на базе было или нет. Уж столько всего набрал, перебрал, что это... Ух ты, топор для рубки деревьев. Вот этот красавчик вообще. Бери. Так, это не надо. Слишком спокойный городок оказался. Не может быть такого. Так, тебя. Обязательно тебя. Так вот. Что осталось еще? Чипсы. Сюда. Снасти сюда. Топор для рук деревьев сюда. Воевать им, конечно, не очень круто. Но на самом деле он ваншотает прям только в путь. Но с ним надо аккуратно играть. Нужно иметь... запас размаха, то есть не так, как красным он быстро бьет, а именно небольшой запас надо иметь. То есть отходишь задом, заранее замахиваешься. Ну, в общем, в нем есть свои плюсы. Он более имеет как бы сильный урон. Но когда много, ну, как бы на тебя нападает, не очень-то им удобно будет работать. Так, вот напротив, кстати, магазин с едой. Раз, зомби-почтальон. Давай. Угу. Нет, ну два зомби это слишком через край для этого города. Обычно здесь дофига зомби. Я не знаю, в чем дело. Действительно, два зомби, блин, раз-два и обчелся. Опять сонливость пришла. Ну что ж такое-то?
кофе вот эту давай. Половинку. Погоди, это не магазин. Это не магазин, нифига. Это офисное здание, оно нафиг нам не нужно. Не-не-не. Не то. Так, это я закрою. Кстати. Сейчас мы телефоны на базу заберем. У нас нет таксофонов на базе. Непорядок вообще на самом деле. Ой, монтировка, куда я тебя кинул? Давай, иди сюда. Подожди, а где же магазин-то у них был? Еще и весит двадцатку. Дуреть можно. Таксофоны двадцатку весят. Не, ну конечно, понимаю, что железные, но как-то это... Многовато будет. Давай тебя сюда. Отлично. Что у нас по месту получается? Сотка, еще 150 можно загружать. Вот магазин продуктов, а это офис. Погоди. Здесь получается еще сарай, там жилые помещения. Так, это полицейка, и напротив нее как раз-таки медикаменты. Хорошо. Заночевать бы, где здесь еще было бы место. Не похоже это на магазин. Магазин дальше был. Блин, вот как так-то, а? Они все внутри что-то стучатся. А вот здесь вот, да, вот здесь вот есть. Вам нащелкаем сейчас. Ну, в принципе, просто ради сахара охота зайти. Вот, чтобы с консервами еще эксперименты попроводить. Так как бы не стучи, не долби. Тихо. Вокруг чекаем. Так, там группа. Понятно. Здесь никого. Вот здесь за углом не должно быть никого. Мы здесь проезжали. Да. Внутри, по-моему, да, стоят? Трое. Поехали. Укус. Я слышал не укус, а царапина. Но, блин, опять бронька спасла. Ой, блин. Я же вроде отталкивал. Интересно, куда она грызанула-то? Там еще стоит. Если по шматью можно посмотреть. Да иди ты отсюда. Вылезал у вас. Давай, давай, спиногрыз. Фух, повезло, блин. Я думал, царапину сейчас какую-нибудь засадит. Видимо, какая-то кожаная накладка спасла. Трындец, конечно. Давай, иди сюда. Да что ты там запутался-то? Все по домам попрятались, блин. Дождь пошел. Пусто. Ладно, давай смотреть на продукты.
консервы надо брать, все надо брать на самом деле. Потому что уже середина лета, скоро будет осень. Но по идее зимой придется выращивать как-то в ограниченном, саду. Но на самом деле картошку там все это мы законсервируем. Вот коробку банок еще возьму. Хотя банок у нас на самом деле дофигища. Нам нужен, вот чисто сахар нужен. Упаковка табака, кастрюлька. Это все фигня. Даже уксус не так нужен, как сахар. Так, вот это, да? Это обязательно хлеб будем печь. Так, это у нас что? Кофе. Обязалово. Так, чайный пакет, томат. Ну, сковородки у нас там достаточно сковородок. Овсянку, да? Так, остальное все фигня здесь. Большую кастрюлю, целую кгшку весит. Но я возьму большую кастрюлю. Сейчас закинем все в багажник и нормально будет. Вот он, сахар. Значит, консервам еще быть, все нормально. Два сахара есть, так вот зомби идет. Вот откуда он знает, что надо сюда идти долбаться? Гребаный стыд. Еще кофе. Дрожжи. Посмотрим. За подсобкой стояла группа. Главное здесь вот сейчас не шуметь. Потихонечку залезть. Здесь вот. Это самое интересное место у магазина. Так. Кофе. Кофе. Стопы, супчик. Кофе. Кофе очень важный предмет, сами понимаете почему. Кофе это даже не витамин. Так, это взять. Ну, по идее мы здесь все, в принципе, сейчас заберем. Здесь не так уж и много. Сардиночки. Овсянка. Так, жаровню я брать не буду. Форму для выпечки давай возьмем. Я не знаю, как бы. Может пригодится. Точнее, не пригодится. По-моему, в прошлый раз-то я ее не нашел. А только жаровню нашел. Ладно, то, что идет дождь, это не беда на самом деле. Подсобку мне в туалет надо тут зайти. Водички. Так, придется ночевать, наверное, в палатке. Это раз. А во-вторых, хотя нет, зачем в палатке ночевать? Погоди. Ну, грузовик у нас поночует здесь, как бы в центре города. Здесь же нормально все. Пойдем обратно, просто прокрадемся сейчас. Группа, она как бы там на тропе стоит. Как раз около того места, где я собираюсь заночевать. Но мы в аккурат сейчас пройдем. И нас даже, по идее, не заметит. И кто-то здесь стучится. Блин, откуда здесь это взялось востока? А, ну я понял. В каждую дверь, где я был, начали ломиться. Давай. Смотри их сколько здесь пришло. Я же говорил, они смигрируют. Это вот на выстрел с криком они смигрировали.
где я? Это очень много. Вот как раз они из города-то и вышли, пока мы с ними просто тупо разминулись. Хорошо. Откуда ж ты здесь взялся? Разбил окно и пролез. Не видно нифига уже. Значит, здесь уже как бы это защита под ноль. Но здесь-то никого нету. Все отлично. Вот здесь мы с вами и заночуем. Пофигу, то что там они внизу. Я думаю, наверх они не придут. Давайте на этом серию остановим. А со следующей серии продолжим полицайку лутать. Медпункт. Там книжный большой. Надо газосварку найти, потому что у нас книжки по газосварке на самом деле не все. Я рассчитываю, что мы их сможем здесь найти. В общем, вот такой вот как-то расклад получился сегодня. С зомбями немножко разминулись, но оно и к лучшему на самом деле. Нафига с ними как бы лишний раз, как говорится, сражаться, время тратить. Залутались, залутались. Все, нам осталось теперь прицеп залутать, вернуться на базу и сделать уже как бы все по красоте, плитку положить и уже делать, ну, думать о том, что куда двигаться дальше. Можно поехать по двойным вот этим складам, которые между фермами располагаются. Не знаю, может быть, там что-то интересное найдем. И получится, тогда мы всю карту уже объездили, кроме мегамола. Но в мегамол как бы смысл ехать, я не знаю. Если все уже здесь есть, в мегамол ехать как бы такое себе дело. Но может быть и поедем. Там кинотеатр, все дела. В общем, разберемся. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, жмякайте на колокольчик. И всего хорошего. Всем пока. Rock for Drive.